Махачкале полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста. Как сообщает МВД, пассажиры под угрозой расправы завладели его телефоном. В тот же день мобильный телефон сдали скупщику, а вырученные деньги в размере 6 тысяч рублей потратили на личные нужды. Задержанные сознались в содеянном. Да там разбоя так не было, да просто телефонами помялись мы. И договорились на следующий ему телефон дать, и вот так... Он тоже не приехал, и спустя месяц я слышу то, что он заявление написал. И вот так нас доставили. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.